Зоозащитники требуют запретить охоту на рысь. С обращением к Алексею Текслеру выступил челябинский ветеринар Карен Делакян. Это немножко привело нам к возмущению. Дело в том, что не первый год работы спасая диких животных. К сожалению, кроме вот охотников, которые каким-то образом урегулируют излишек диких животных в наших лесах, есть такие грязные явления, как браконьерство. Напомним, Алексей Текслер подписал распоряжение, утвердив квоту добычи рыси на будущий год в размере 21 особи. В регионе более 60 тысяч охотников, которые поддерживают ее проведение. Нельзя оставить без внимания мнение жителей поселений в горнозаводской зоне, которые ежегодно сталкиваются с уничтожением животных подсобных хозяйств от нападения рыси. В Министерстве экологии заверили, рысь не занесена в Красную книгу и является официальным охотничьим ресурсом. Но зоозащитники настаивают на том, чтобы животных не убивали. Мы призываем к конструктивному диалогу Министерства экологии региона, всех ответственных подразделений и заинтересованных лиц относительно обсуждения возможных путей решения непростой задачи сохранения численности рыси. После обращения зоозащитников Министерство экологии заверило, что изучит этот вопрос еще раз вместе с экспертами, но пока охота на рысь официально разрешена.